Дело о двойном убийстве передано в суд на Сахалине. Преступление произошло летом прошлого года на территории Долинской свалки. Погибшие проживали там в вагончике. Обвиняемому 50 лет. Между ним и одним из потерпевших сложились неприязненные отношения. По версии следствия, в ночь с 8 на 9 июня фигурант пришел к строению с ружьем. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Около строения он трижды выстрелил в мужчину, а потом зашел в помещение, где навел ствол на женщину и нажал на курок. В обоих случаях смерть наступила на месте происшествия.